это жизнь или нет? Ребят, скажите мне. Давайте попробуем. Что мы попробуем? А я уже называл этот список. Московский зоопарк. Значит, список такой. Фуникулёр. Надо обязательно покататься. Ты катался на фуникулёре? Нет. Покатайся. Значит, следующее. В поход в лес с рюкзаком, с палаткой. Ты ходил? Не ходил. А надо. Вот это я тоже должен сделать. Дальше. А дальше я не буду говорить. Сейчас заходим в метро Баррикадный. Я буду... Достану книжку, уже ничего снимать не буду. В общем, все. И что-то... Что-то тут не так, ребятки. Да и не только тут. Ну, тут был совсем раньше засранный вход. Сейчас еще более-менее сделаю. Эскалаторы вроде остались старые, мне кажется. Или пластик, по-моему, подновили, ну, не знаю. Ну, в общем, здесь был страшно засранный вход на Баррикадный. Как-то вот... Именно понимаешь, в чем обманчивый эффект? Вот, когда ты живешь в маленьком городе, все чистенько, свежий воздух, прекрасно, да? И, живешь в большом, все засрано. Вот. Нью-Йорк тоже, там все засрано. В большом городе все засрано. Все какое-то чувство, что ты, я не знаю, куда-то, блин, в канализации. Вот, вот что такое Москва. Ну, не знаю. Я честно говорю, что я не особо доволен, в принципе, тем, что я уже 23 года здесь. И ведь до сих пор здесь. Да, вот так люди сидят и думают, надо валить. И так и продолжают сидеть. И там, где сели, там и умирают. Да. Ну, в общем, что, еще раз говорю, что сейчас я буду читать, и я очень этим горжусь. Но по поводу вот этих повестей Бальзака, что я сейчас читаю, они, конечно, очень довольно-таки тяжелые. То, что я прочитал про художников. Тяжелая повесть. Но вообще признак высокого искусства – это плохой конец. А, она 72-го года, эта станция, смотри-ка. На 2 года старше моего брата. Элвис, по-моему... Какой он альбом? Он уже записал Elvis Country. Ну, я точно не назову, какой альбом Elvis записывал, но он был во всем блеске. Осторожно, своего белого костюма. Следующая станция. В общем, Led Zeppelin были, Beatles распались, конечно, уже, но 72-й год было еще круто.